Опять-таки мы в тренинг-центре компании Espresso Italiana. Сегодня мы покажем, как готовить капсулы Espresso Point Kimber на машинке капсул. Нам необходима капсула Kimber. Капсульная кофемашинка очень простая. Вы видите, очень легко брать, доставать по ходам. Здесь бойлер для воды. Пожалуйста, очень легко. Пластик такой бронебойный, качественный, итальянский производитель. Берем капсулу, помещаем их под датчик, нажимаем вправо. Пожалуйста. Кофе идет процесс предсмачивания, далее идет прям мышиный хвостик. Обратите, как качественно идет заваривание. Если мы хотим приготовить аутентичный итальянский эспрессо, то нам достаточно второй раз нажать на клавишу и остановить процесс. Когда мы делаем так, капсула автоматически сбрасывается. Посмотрите крема. Добавляем сахара. Мешалка. У нас есть отдельный гаджет под капсульную машину. Хороший эспрессо. shop.mahorica.ru